Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I'd be the greatest man alive. Заводная кукла. Вроде музыкальной шкатулки. А кто ее сделал? Я думаю, волшебник. Видишь? Отверстие для ключика в форме сердца. Еще загадка, правда? Я исправил. Страшный пожар. Поедешь со мной. А где твои родители, мальчик? Эй! Пустите! Пустите! Дорогу! Да! Кто ты такой? Хьюго. А где ты живешь? Это секрет? Да. Ой, здорово! Обожаю секреты! Так ты совсем один? Не совсем. Откуда у тебя это? И почему мой ключик подходит кукле твоего отца? Устроим приключение? Держите ребенка! Схватись! Она рисует! Так со мной говорит мой отец. Это место очень опасное, вы понимаете? Смотрите под ноги. Это остров сокровищ, страна Оз и Нетландия, и все в одном месте. Ты в этом уверен? Мы можем попасть в беду. Так это и есть приключение. Жизнь научила меня одному. Хэппи-энд бывает только в кино. Ваша история еще не закончена. Хранитель времени. Семья Боуденов переехала в Нью-Эссекс. Привет, пап. Выглядишь усталым. Спасибо за комплимент. Привет. Такой славный городок. Тут все просто замечательное. Фильм Мартина Скорсезе. Проснись, там снаружи кто-то есть. Как вы связаны с этим парнем? Я был его адвокатом. Но в итоге обманули его. За что он сидел? Что же ты совершил? Ты за мной следишь? Городишко маленький, столкнулись случайно. Пап, что ты ему не врезал? Вот именно. Грязные приемы — твоя работа. Так он вам угрожал? Он хитер и делает все в рамках закона. Вашей дочери вроде 16. 16, а что? Выходи, где ты там? Вали к черту с моей земли! Ждите вызова в комиссию. Чертов психопат издевается. Откуда нам знать, где правда, а где ложь? Я тут просто с ума схожу. Я вызвала ветеринара, но он умер. Я же просил не выпускать его. Не выпускала я его. Не выпускала. Не совсем этично советовать гражданам брать правосудие в свои руки. Ты думала обо мне прошлой ночью, а? Добрый вечер, девочки. Кто здесь? И вот мы одни. Откуда ты? Я живу в темном лесу. А значит, я злой волк. Можно тебя обнять? Мыс страха. На самом деле, вам
Нам нужно знать лишь одно. Родителей больше нет. Это мой капитал. То, что я делаю со своими деньгами, может показаться дуростью. И ведь так оно и есть. Да только мне наплевать. Самолет сможет пролететь в субстратосфере. Через всю страну. Через весь мир. Вот оно, будущее. Ты уверен? Не хочешь подумать хоть 5 минут? Нет, Джек, у меня сейчас журавль в руках, и я не отпущу его. Самый быстрый в мире. Ты сделал это. Бывает, я думаю о том, что безумен. Говард Хьюз купил контрольный пакет ТВА. Ты хочешь подкупить сенаторов? Я не подкупаю их. Я же чту закон. Я куплю их. Из ваших ответов становится ясно, мистер Хьюз. Страна дала вам 56 миллионов долларов на самолеты, которые вы так и не поставили, верно? Да, так и есть. 450 метров! Неужели ты думаешь, что тебе позволят снять фильм о сиськах? Конечно. Сиськи классно. Я очень люблю авиацию. Она была мечтой моей жизни, поэтому я вложил свои деньги в самолет. И я терял миллионы, сенатор Брюстер, и потеряю еще кучу миллионов. Это я так хочу. Вы хотите войны со мной? Это не предел. Есть новости. Самолеты, но реактивные. Ты слышал про такие? Нет, но тянет на миллионы. Потратим. Пора начинать. Авиатор. Фильм Мартина Скорсезе. По мотивам романа Никоса Казантзакиса. Скорсезе представляет ошеломляющее прочтение выдающейся истории. Последнее искушение Христа. Есть что в карманах? Я еще не начала работать. А где медальон, что я подарил? Довольно языческой музыки. Этот вечер для американцев. Фильм Мартина Скорсезе. Именно здесь строится наша страна, мистер Каттинг, рождение американцев. Не вижу я американцев, я вижу преступников. Его зовут Амстердам. Видимость закона должна соблюдаться. Особенно, когда он нарушается. Человек, готовый сражаться за свободу. Такие, как мы, прибывают сюда каждый день. 15 тысяч ирландцев в неделю. Человек, готовый убить за власть. Малбери-стрит и Уорд. Кросс и Оранж. Литл Уотер. Каждая из пяти точек палец. Сожму руку. Получится кулак. Камни, биты, топоры, ножи.
Пистолеты? Без пистолетов. Молодец. Даю слово. Завтра все закончится. Не закончится. Америка рождалась на улицах. Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис, Кэмерон Диаз. Банды Нью-Йорка. Бронкский бык, бешеный бык. Аплодисменты великому Джейку Ламотта, дамы и господа. Я лучший. Я закатаю любого. Ты женат? Оставь девчонок мне. Больше я не сдамся ни за что. Эй, ну зачем ты все усложняешь? Если одолеешь Шугар Рэя, сможешь претендовать на титул. Да больше не с кем драться, все засали. Я наворотил плохих дел. Они мне и аукаются. United Artist представляет. Роберт Де Ниро. В фильме Мартина Скорсезе «Бешеный бык». Бешеный бык. Я был лучшим игроком на тотализаторе и так преуспел, что за это мне был дарован рай на земле. Я стал управляющим самого крупного казино в Лас-Вегасе. Казино Танжер. Лас-Вегас, 70-й год. Деньги. Если я управляющий, все будет по-моему. Никто не помешает тебе управлять казино. Даю гарантию. Власть. Ники, видишь того парня? Он нам много денег приносит. Глаз с него не спускай. Понял. Ты только посмотри, сколько здесь денег. Может, и мне тут поработать? Ты учти, тут все серьезно, не выделяйся. Здесь таких, как мы, не жалуют. Скрасть. Денежки свои любишь. Получи! Я хочу остепениться, завести семью. Я не по той части. Будешь обеспечена до конца дня. Ты меня всего 3 месяца знаешь. У них было все. Они правили балом. Они жили в раю. Но всему приходит конец. Фрэнки! Universal Pictures представляет. Его голову нашли в пустыне. Это плохо. У нас проблема. Фильм Мартина Скорсезе. Он меня не слушает. Может, ему скрыться на время, уехать? Все решено, сэр. Я выйду из игры. Я старался тебе помочь, хотя и знал в глубине души, что ты мне яму роешь. Я тебе... Да ты сам себе яму вырыл. Роберт Де Ниро, ты моя вторая половина. Тебе можно доверять? Можно или нет? Шерон Стоун. Я пойду в ФБР, я пойду в полицию и больше не буду тебя выгораживать.
все пеши, чтобы я из своего города уехал? Да кем бы ты был, если б не я? Он непредсказуем. Нет, прекратите! Ты понимаешь, что из-за тебя нас всех могли убить? Хочешь от меня избавиться? Ну так давай, я жду. Казино. Я Джордан Белфорд. В этом году мне стукнуло 26, и я заработал 49 миллионов. Аж зло берет, ведь еще 3 вышло бы по миллиону в неделю. Все должны нас узнать. Все непредсказуемо. Пойдет ли рынок вверх, завалится или будет топтаться на месте? В общем, ХС. Хрень собачья. Рынок — это фикция. Собачья, кошачья, фикция, шмикция — это все эфемерно. Было ли это легально? Ну, конечно, нет. Зато мы не знали, куда деньги девать. Я вообще-то на тебя не работаю. У тебя на сиськах мои бабки, так что считай, уже работаю. Что-то не так, папочка. О, господи. ФБР, накатить вам чего-нибудь? Нет, на службе строго запрещено. И как все это будет? В центре мишени знак доллара. Их бросают, и они прилипают. Они для того и созданы, чтобы их метали, как дротики в мишень. Раз, два, три! Стоп. Безопасность — это главное. Безопасность превыше всего. Конечно. Мы дорожим своей репутацией. Чего это тебя потянуло в таксисты, Бико? Бессонница. Сходи на порнофильмы. Пробовал, бесполезно. Чем же ты занимаешься по ночам? Катаюсь по городу, на метро, на автобусах. Вот и подумал, что лучше получать за это деньги. А как насчет правонарушений? Я чист, как моя совесть. В моей жизни всегда не хватало смысла. Я не хочу потратить жизнь на ковыряние в себе. Надо стать таким, как другие люди. Можно тебя спросить, Трэвис? Конечно. Что тебе больше всего возмущает в Америке? Даже не знаю, я не очень-то слежу за политикой, сэр. Не знаю. Но ведь ты чем-то недоволен? Да, надо очистить этот город. Он похож на навозную яму. Столько здесь всякой мрази, подонков. Это невозможно терпеть. Новый президент должен навести здесь порядок, понимаете? Полностью очистить. Иногда я задыхаюсь от вони. Голова раскалывается. Но ничего не меняется. Новый президент должен разгрести этот мусор. Надо спустить всю эту шваль в унитаз. Надо заняться собой. Сидение за рулем разрушает тело. Хватит плевать на здоровье. Каждое утро подтягиваться по 50 раз и 50 отжиманий. Никаких таблеток, и хватит жрать, что попало. Хватит уничтожать свое тело. Вся королевская рать не сможет мне противостоять.
Таксист. Итак, что ты знаешь о заведении? Только одно, это психушка. Для маньяков. Мы принимаем только самых опасных пациентов, с которыми не справляются другие клиники. Прежде чем продолжить, вы должны сдать огнестрельное оружие. Мы назначены штатом помощники шерифа. И все же, находясь здесь, вы обязаны подчиняться протоколу. Добро пожаловать на остров проклятых. Фильм Мартина Скорсезе. Маршал Дэниелс, очень приятно. Итак, ваша пациентка Рэйчел Саланда сбежала 24 часа назад. Она опасна? Можно так сказать. 11 миль до земли, вода ледяная. Мы не представляем, как она выбралась из камеры. Во время полуночного обхода увидели, что ее нет. Будто бы просочилась сквозь стены. Кто 67-й? В клинике находится сколько? 66 пациентов? Совершенно верно. Рэйчел Саланда намекает, что есть и 67-й пациент, доктор. Многие знают про это место, но никто не хочет говорить, как будто боятся. Ты не принимал лекарства? Здесь можно встретить немало оживших ужасов. Соберись, Тедди. Я создал здесь нечто крайне важное. Ты еще не понял? Это лабиринт. Жаль, что порой самые важные вещи серьезно недооцениваются. Кто об этом знает? Все. Медсестры, охранники, откуда они могли знать? Все знают. Поймите, что теперь они не могут оставить вас в живых. Куда-то собрались. Леонардо Ди Каприо. Остров проклятых. Когда я был в твоем возрасте, все говорили, что мы станем полицейскими или бандитами. Но под дулом пистолета... Какая разница? Это не просто полиция. Это федеральное управление. Мы в элитном отряде. Вот кого мы ищем. Франко Костелло. Зарплата меньше, чем у простого полицейского, но есть премиальные. И что я должен делать? Фильм Мартина Скорсезе. Невозможно распознать человека, работающего под прикрытием. У тебя кто-нибудь работает с Костелло сейчас? Скорее да. Ты знаешь, кто я? Скорее нет. Если что, мой приятель найдет тебя. Как быстро. Думаешь, он уже труп? Думаю, это сработает. Нам всем ясно, что у Костелло есть стукач в отделе расследований. Мне запрещено говорить о работе. Да, и это проблема ты. Даже не представляешь, какая. Чужой среди своих. Возьми себя в руки. Быстро! В прошлый раз я предупредил тебя и спас от тюрьмы. Свой среди чужих. У меня чувство, что в команде завелся коп. Рано или поздно он узнает, кто я, и тогда мне конец. Я могу найти крысу. Дай мне сделать это по-своему. А если не сможешь, понимаешь, чем я рискую? И кто есть кто? Ты обманываешь меня. Есть вещи, которые ты не хочешь знать. Сколько можно было ждать? Вы хотели, чтобы он порубил меня на куски и скормил собакам? Вы этого вы ждали? Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон и Марк Уолберг. Отступники. Никогда не сдавай друзей и всегда держи рот на замке. Фильм Мартина Скорсезе. Всю свою сознательную жизнь я мечтал стать гангстером.
Привет, мам, что скажешь? Ты похож на гангстера. К тому моменту, когда я подрос, через аэропорт Айдлвайлд проходило товара на 30 миллионов. И мы пытались украсть все, что можно. Чем ты занимаешься? Строительством. Он не еврей. Мазл тов. Большинство ребят относились к убийствам спокойно. Генри, смотри, рука. Очень смешно. А вот ножка. И крылышко. Тебе ножка или крылышко? Обычная жизнь для нас была недопустима. Нас почитали как кинозвезд, но за счет силы достаточно было только намекнуть. Тебя ждет отличное будущее. Это были счастливые времена. В мире, основанном на насилии, где властью обладает самый сильный, новое поколение воплощает старые традиции. Роберт Де Ниро, Рэй Лиотта, Джо Пеши в фильме «Славные парни».